Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис сдержит свое обещание и посетит субботнюю церемонию коронации Карла III, несмотря на шаббат. Он последует примеру своего предшественника раввина Германа Адлера, который в августовскую субботу 1902 года присутствовал на коронации Эдуарда VII. Мирвис и его жена приглашены остановиться в Кларенс-хаусе, который находится в миле ходьбы от Вестминстерского аббатства. Напомню, что после консультации между королевским двором, правительством и англиканской церковью коронация была назначена на 6 мая 2023 года.